Всем привет! Ну что, друзья, давно мы не виделись в эфире. Я уже даже немножко отвык от камеры. Но что сказать, очень много работы, очень много дел, разных проектов, которые нужно делать, нужно работать, зарабатывать деньги. И, естественно, они пока что в приоритете. В данном обращении я неспроста его записываю. Дело в том, что в последний месяц я очень активно работал над разработкой специального обучающего курса по Северному Кавказу, в котором входят и история, и культура, и общество, образование, религия, там, мифология и так далее. То есть все аспекты затронуты в виде 16 тем. И сейчас, 13 сентября, я запускаю первую часть курса, историческую. Называется это «Гид по Северному Кавказу. История». Там будет 5 уроков. Темы достаточно широкие, то есть начиная от самых вопросов происхождения первых культур Северного Кавказа, и генетического, и археологического, так и далее вот обзор делаем по самым последним научным исследованиям древних культур именно Северного Кавказа. Постепенно продвигаемся к античности, дальше рассматриваем Средневековье. Следующая тема у нас посвящена Кавказской войне, ну, в целом, вхождению Северного Кавказа в территорию Российской империи, этого сложного и драматического процесса Кавказской войны. Потом следующая, четвертая тема будет посвящена периоду 20 века. Это гражданская война, это советский период, Великая Отечественная, период депортаций, позднесоветский период, потом вот этот сложный переход в 90-е годы с этими этническими конфликтами и небольшой обзор современной обстановки на Северном Кавказе. А и последний, и самый важный урок будет посвящен fake history или folk history, или любительской лингвистике. То есть мы с вами будем разбирать, что такое лженаука, как ее отличить от науки, какие принципы, какие вот именно характерные есть стороны, факторы, которые говорят о том, что перед нами лжеученый или фолк-историк, или любитель лингвистики народной. И разберем в том числе по Северному Кавказу основные вот такие лженаучные теории, и как их отличать, и чтобы вы уже в этом разбирались и могли понимать, что, на что стоит свое время тратить, а на что не стоит. Что касается технических сторон курса, он расположен на сайте shapsukbook.ru. Это мой сайт моих личных проектов. Там есть в первой полосе вкладка «Курс». И перейдя по ней, вы можете ознакомиться подробнее, собственно, с курсом, как он устроен, с расписанием курса. Мы начинаем 13 сентября и будем идти как бы по вторникам. Каждый вторник в течение месяца по одному уроку, 1,5-2 часа, то есть с возможностью задать вопросы и получить ответы на них. Но даже если вы в эту дату не попадаете, то курс этот будет доступен в записи, если в другое время вы можете его посмотреть, эту запись прямого эфира, и задать вопросы на следующем курсе или так онлайн, там, в WhatsApp, в общей группе я смогу дать ответы. Также в курсе будут доступны дополнительные видеоматериалы и куча всяких источников, почитать, так сказать, книги, статьи, которые вам будут доступны. Даже после окончания курса вы всегда сможете воспользоваться и видеозаписями, и дополнительными материалами. Они будут доступны для всех участников курса, которые его купят всегда. Курс стоит 2100 рублей. Приобрести его можно, собственно, на сайте shapsukbook.ru. После приобретения вы получите доступ в личный кабинет и будете пользоваться курсом. В каком-то смысле я просто собрал все знания, которые я получил за 6 лет изучения Кавказа, и систематизировал их, и сделал в таком их приятном и удобном виде для вас, для того, чтобы у вас сложилось полноценное как бы понимание вот этой комплексной истории Северного Кавказа во взаимосвязи с остальным миром. Поэтому я надеюсь, вам очень понравится, и буду очень рад видеть вас на своем курсе. Также буду очень признателен и благодарен всем, кто сделает репосты, напишет какие-то комментарии, какие-то даст отзывы о моем курсе, о моей работе. И это очень поможет привлечь внимание к курсу для того, чтобы как можно больше учеников могло записаться на него и посетить его. И к вопросу о возможности просто просмотра курса без
обратной связи. Да, такое будет после окончания курса. Видеозаписи вебинаров я выставлю отдельно на продажу. Их можно будет приобрести в половину цены и посмотреть в любое удобное для вас время. Но там не будет, естественно, обратной связи, вопросов, ответов, дополнительных материалов, тестов и так далее. Все, спасибо всем большое. Всех призываю и прошу сделать репосты этого видео, расшарить как можно большему количеству людей. Буду очень вам признателен, поэтому очень поможете мне в распространении этого курса, сделать его действительно полезным для людей и успешным. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Пока.